В Сыктывкаре сотрудники регионального УФСБ задержали экс-руководителя дирекции по содержанию казенного имущества Республики Коми. Бывшего директора госучреждения обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки в крупном размере. По версии следствия, используя служебное положение, в нарушении установленного порядка, чиновник безвозмездно передал коммерческой фирме нежилые помещения, которые были в оперативном управлении. За общее покровительство заключение госконтракта в 2019-2020 годах фигурант получил от бизнесмена более 900 тысяч рублей. В 2020 году были заключены два государственных контракта на разработку научно-проектной документации по двум объектам культурного наследия. Проекты получили отрицательное заключение государственной экспертизы. Достоверно зная об этом, фигурант подписал акты выполненных работ и передал их бухгалтерию, после чего проектная коммерческая организация получила выплаты из республиканского бюджета на общую сумму более 6 миллионов рублей. Следственный комитет проверяет фигуранта на совершение других должностных и коррупционных преступлений.